создала группу против Маши. Что? В смысле? Да ну неужели они сейчас... Всем привет. Здесь мы будем обсуждать Машу. Как? Каролина, ты же сказала, что ты хочешь подружиться с Машей. Каролина удалила Диму из группы. Мне тоже бесит эта Маша. Ничего себе. Странная какая-то. В смысле? А давай ее подставим. Окей, а как? Мы скажем Диме, что у нее нет денег, и она не может себе задонатить. Кого? Диме, ты что там делаешь? Так, ничего. Сижу-посижу в телефончике. Походу опять свои какие-то истории про Roblox смотришь. Ну, это в рекомендациях же просто попадается. Чего ты хотел? Зачем мой рюкзак взял? А вот сейчас увидишь. Держи. Ну, спасибо, а что дальше? Все-таки кока-кола была лишней? Нет, нет, все было нормально. И есть нормально. Короче, неважно. Не своди меня с сути видео. Какого еще видео? Вот, держи свой рюкзак и уходи. Чего? Телефон еще не забудь. Ну, ладно. Пошла. Лео, куда ты хочешь меня прогнать? А потому что... Что? Я придумал тебе сегодняшний челлендж. Ты должна прожить 24 часа на 100 токенов. 24 часа? Ну да. А что здесь такого? Это обычное видео. Ага, обычное видео. И на твои 100 токенов даже обычного хлеба купить не смогу. Да, конечно, не выдумывай. Он всего лишь 5 токенов стоит. 10. Ну, 10 как минимум. Но не 100 же токенов. Все, давай, пока-пока. Чао, бомбина. Какой чао тебе, бомбина? Я тебя сейчас сама выселю. Да все. Ну, смотри, ты у меня, Лео. Я тебе еще покажу, кто здесь главный в доме. И найду тебе еще, как отомстить за это. А вы пока что можете свои предложения в комментариях написать. А мне все-таки придется сегодняшним видео выжить 24 часа на 100 токенов. Еще раз всем приветики, мои секретики. И вы сейчас на моем канале Secret Talk. Сегодня, как вы уже поняли по названию видео, у нас будет о том, как я проживу 24 часа на 100 токенов. Я это уже повторяю 100-й раз. В общем, давайте же не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра. Я не знаю, как найти себе жилье на 100 токенов, потому что оно у нас стоит... Ну, минимально 1000 токенов. Я не представляю, как это можно сделать. В рюкзаке у меня лежит только зубная электрическая моя щетка, пижама, телефон вот у меня в руках. И, собственно, карточка и наличка. А на карточке интересно, сколько денег. Давайте проверим баланс. Так, ну-ка, сколько? Да блин, там тоже 100 токенов. Но хотя бы 200 токенов уже есть в кармане. Ладно, пойдемте уже побыстрее что-нибудь найдем. Я нашла все-таки какую-то ближайшую улицу. Называется Street Wild. Давайте на нее пойдем. Блин, я же даже такси не смогу заказать. Я тогда сразу все 100 токенов потрачу. Придется идти пешком. Так, ну вот, все, я пришла. Street Wild. Здрасте. Здравствуйте, что вы хотели? Мне можно пройти? Это же улица Street Wild. Да, улица Street Wild. Можете заплатить 100 токенов, пожалуйста, за проход. 100 токенов? Мне же только посмотреть надо. Что вам посмотреть? Ну, дом. Мне все равно, 100 токенов за проход. Ну, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Эй, ну-ка стоять. Так, главное без паники. О, вот сюда спрячусь. Где ты, воришка? Ну, ты у меня еще получишь. Так, ну а теперь вопрос. Где здесь все-таки домик-то? Извините, здравствуйте, дедушка. Здравствуйте, это кто? Девушка вас беспокоит одна. Девушка? Угу. Можно вам, пожалуйста, задать один вопрос? Да. Я сейчас нахожусь на улице Street Wild. Улица? Ну, пахнет протухшим яйцом. Значит, точно Street Wild. А вы тут вообще живете? Да, в доме престарелых. А-а-а. Не можете ли вы мне, пожалуйста, подсказать, тут кто-то продает свое жилье, квартиру? Да, знаю одну девушку, она мне предлагала. Где? Такой здесь есть сарайчик, знаешь, неподалеку. Сарай? Типа с дверью такой выдвижной, да? Ну, когда? Угу, кажется, я поняла, что это. Вы подождите, там, наверное, выйдут. Доброе утро! Чего мы здесь застоялись? Здравствуйте, девушка, не хотите пожить у нас в прекрасном нашем доме? Это люкс. Ох, ну я пойду. Да, дедушка Грей, идите, идите, вам уже давно пора. Ой, сейчас как будто в яму провалюсь. Чуть не провалились. Здравствуйте. Вам тоже здрасте. А куда я вообще попала? Street Wild. Я думаю, вы пришли посмотреть квартиру. Именно так. Сказали, что все условия для выживания, так скажем, есть.
Да, пойдемте. Вот, пожалуйста. Чего? Так это же свалка. Никакое это не место для выживания. Ну как? Вот сюда стелите матрас и ложитесь спать на балкончике. Ну, либо снизу. Тут можете посидеть. Тут можете положить свои какие-нибудь вещи. Ну, у меня тут... Ой, паяльник. Не особо важная вещь, честно. Ну, ладно. Делать, что хотите, можете. А это можете использовать в мусорные баки, как ящики. В смысле, как ящик? У вас есть вообще душ? Да, пойдемте. Вот, пожалуйста. Правда, тут какие-то мышки иногда из трубы вылазят. Что? И это вы называете душем? Ванна. Вот, садитесь в ванну и поливаете себя... Извините, не надо было так делать. Да ничего, все хорошо. У нас есть бесплатная пицца, пойдемте. Бесплатная еда? Конечно. Пожалуйста. Здравствуйте, вы хотите получить пиццу? Пицца с сыром. Ням-ням. Мы уже поняли, спасибо. Будете? Просто попробуйте. Вас не отравят. Ну, давайте. Довольно вкусно. А можно еще? Еще пиццу с сыром. Еще пиццу с сыром. Эх, мне не останется на обед. Этого, я думаю, мне хватит на обед. Было очень вкусно и вправду огромное спасибо. Ради нашей кухни тут все-таки снимают жилье. Я заметила. Ладно, спасибо, пицца и вправду вкусная, но мне было интересно посмотреть на ваше жилье, конечно, оно чудесное. Но сегодня не смогу, к сожалению, приобрести. Очень жаль, будем ждать вас в следующий раз. До свидания. До свидания. Господи, слава богу, все прошло. Ай! Что за куст? Что это? Деньги! Это реально деньги, я просто в шоке. Так, ну-ка, надо быстрее их спрятать. 500 токенов у меня тоже в кармане. Это получается 700 токенов уже есть. Так, в скором времени можно будет и нормальную квартирку себе купить. Но это ведь только квартиру, а мне нужно целых 24 часа прожить. Да. Пойду искать что-нибудь другое. Может, чуть подальше лес пойти? Куда это я попала? Тут есть костер, матрасы и даже спальные мешки. Вместе с термосом. Это карта местности, походу. Компас, фонарик, книжки. Еда, холодильник. И даже есть водопад. Ой, белочка. То есть помыться здесь можно все-таки. Затем есть где поспать. Даже вот это обычное здание, да? Но с крышей же. Ну, блин, как-то в лесу, не знаю. Подкараулю я это место. Надо найти себе еду. И тогда все будет чики-пуки. А вон там, я, кажется, вижу какой-то магазинчик еще. Ну-ка, пойду сюда. По-моему, я куда-то не туда пришла. Ну ладно, подумаешь, какая-то ярмарка. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. И на этом наша первая часть подошла к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также подписывайтесь на мой Рутуб, Яндекс.Дзен и Телеграм-канал, чтобы не пропускать новых новостей. Ну а на этом сегодня все. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.